Это явно лишнее. И это. Ты ничего не перепутал? Это стол учителя. Студенту здесь не место. А мне нравится. Ты уверен? Конец занятиям. Хватит учиться, время веселиться. Ребята, успокойтесь. Запишите тему сегодняшнего занятия. Смотри, попаду в доску. Ой, вазу разбил. Ну ладно, не хотим мы ничего учить. Класс, что за отвратительное поведение. Ну вот, вазу разбили. Невозможно работать. Мне это надоело. Я иду к директору. Иди, иди, победа. Алло? Все ясно, не волнуйтесь. Добрый день. Нашей школе нужны кардинальные изменения. Только вы можете нам помочь справиться с этими студентами. Будущее колледжа в ваших ледяных руках и в вашем огненном темпераменте. Задача ясна? Мы готовы. Камень, ножницы, бумага. Это еще кто? Новый препод? У меня от нее мороз по коже. Вау, крутая. Посмотрим, надолго ли ее хватит. Класс, вы слишком разгорячились, пора немного остыть. Что-то я замерзла, как-то неожиданно похолодало. Бррр, где моя шапка? Откуда этот холод? Смотрю, вы здесь слишком долго прохлаждались. Пора вас немного разогреть. Как жарко. Кто-нибудь включите кондиционер. Невыносимая жара. Если вы готовы, пишем тест. Какой тест? А где бассейн? О, водный пистолет, то, что нужно. Свежий воздух, спасай. Как тебе идея подложить кнопки нашей мисс-ледышки? Вау! Дай 5. Осторожнее, кнопки помнешь. Класс, тема урока... Ай, кнопка. Это кто так подшутил? Признавайтесь. Это не я. Не я. И не я. Ага, это ты, Фредди. Значит, тебе слишком скучно на уроке? Получай острые сосульки. Так веселее. Согласен, это была плохая идея. Что же придумать? Ребята, я знаю, отличная идея. Подшутим над мисс Огонек. Молодец, Фредди. Крутая идея. Пранк старый, но проверенный. Вот так. И никто ничего не заметит. Дай 5. Класс, открывайте тетради. Пишем тему. Что? Почему ничего не произошло? В чем дело? Одну минуту, я сейчас вернусь. Посмотрим. Ну вот, не сработала твоя гениальная идея. Но как я мог знать, что кнопки расплавятся? Какой сложный тест. Хоть бы этот сдать. Ручка закончилась, так не вовремя. Фредди, есть ручка? Нет. Мейбл, одолжи ручку. Сейчас. О, она не пишет. Прошу прощения, вы не дадите мне ручку, моя не пишет. Что? Ручку? Облепливаем карандаш полимерной глиной. Моделируем форму факела. Добавляем языки пламени. Запекаем в духовке по инструкции к глине. Покрываем основание факела черным акрилом. Сверху наносим золотую краску сухой кистью. Раскрашиваем пламя. Покрываем акриловым лаком. Наносим термоклей на пламя. Это ластик. Без проблем, держи. Спасибо. Ай, 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 как горячо. Рон, держи рукавицу. Спасибо, Мейбл, так намного лучше. Класс, эта тема будет на экзамене. Как скучно. Сколько можно щелкать ручкой?
стоп! Ручка заледенела вместе с рукой. Бумажный шаблон в виде ромба накрываем пергаментной бумагой. Наносим на пергамент слой жирного крема для рук. По форме ромба заливаем термоклей. В центре фиксируем стержень шариковой ручки. Посыпаем глиттером холодных оттенков. Сверху покрываем вторым слоем термоклея. Формируем неровности, имитируя ледяную поверхность. Выравниваем края. Невозможно ничего написать. У этой учительницы ледяное сердце. Это отучится вязь щелкать ручкой. Итак, записываем тему. Сейчас вы получите результаты своих тестов. О нет, я вся леденею от волнения. Итак, получите ваши тесты. Правда, они немного замерзли, но уверена, вы разберетесь. Что? Тесты внутри этой ледяной глыбы? Идеи. Вперед! Фен, давай растопим этот лед. Мой ножик справится быстрее. Молоток всегда меня выручал. Ребята, мы здесь уже час сидим. И все безрезультатно. Я сдаюсь. Да ну их эти тесты. Готовы узнать свои баллы за тест? Только бы сдать, только бы сдать. Получите. Ну что с нашими тестами? Это следы пламени негодования, которые вызвали ваши результаты. И нас ждут катастрофы, извержения вулканов, затопление материков. О нет, мне страшно. Человечество должно одуматься. О нет, мы загрязняем воздух, уничтожаем природу. Ужас. Если мы не остановимся, вот что произойдет с нашей планетой. Огромный огненный шар с выжженными материками. Глобус покрываем красным акрилом. Обводим контуры шаблонов материков. Закрашиваем материки черным акрилом. И оклеиваем углями. О нет! Как скучно. Этот период развития Земли называется ледниковый. Большой пенопластовый шар накалываем на деревянную шпажку. Покрываем голубой акриловой краской. Шаблоны материков обводим по контуру. Закрашиваем белым акрилом. Формируем объемный рельеф, уплотняя слой краски. Даем высохнуть. Сверху мастихином наносим хрустальную структурную пасту. Основу для глобуса окрашиваем белым акрилом. Фиксируем замерзший глобус. Материки были покрыты слоем льда. Именно от этого, как считают ученые, вымерли мамонты. Но этого не может быть. Не верю. Нет-нет, это все выдумки. Правда, все было именно так. Мы бегали за мамонтами. Слушайте внимательно. Как скучно. Пожалуй, съем яблочко. Яблоко. Мейбл, поделись, а? Ладно, бери. У меня еще есть. Мейбл, а мне? Пожалуйста. А это мне. А это что такое? Немедленно все яблоки мне на стол. А теперь пишем. Ура, звонок! И никаких больше яблок. А вы мне пригодитесь. Растопим карамель. Окунаем яблочко. Объеденье. Получай, сам получай. Попадание точно в цель. Класс, стоп. Йо-хоу! Ой.
Это что, яблоко? Когда я в гневе, я леденею. Ой, яблочко заморозилось. Вкусно. Неплохо остужает. Ух, хорошо, что заморозилось яблоко, а не я. Йоу, отличная вечеринка. Дискотеки в колледже самые крутые. Привет, ребята, зажигаем. Горим, пожар! Эй, куда все подевались? Ну и ладно. Зажигай, танцпол! Правильно, хук правый, вот так. Все молодцы, мне пора. Ребята, идея. Играем в снежки. Из белого воздушного пластилина формируем шар. Покрываем слюдой. Делаем снежков. Ура! Вперед! Упс, мисс Огонек. Но снежок не долетел до горячей учительницы. Он растаял. Ну, держитесь. Результаты теста ужасны. Зову ваших родителей. Родителям нельзя видеть наши тесты. Нужно их убрать. Магниты не двигаются. Такие холодные. Они словно примерзли. Бесполезно. Смешиваем по инструкции эпоксидную смолу. В силиконовую форму кристаллов засыпаем слюду и глиттер холодных оттенков. Заливаем смолу, даем застыть. Вынимаем из формы. К основанию термоклеем приклеиваем магниты. Знаю, попробуем их разморозить. Вперед, старый добрый фен! Давай, давай! Ой, родители! Что происходит? Ничего особенного. Понравились новые преподаватели в нашей школе? Тогда пиши в комментариях, что понравилось тебе больше всего. Горячая ручка-факел, ледяные магниты или огненные и ледяной глобусы. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые забавные видео на канале Трум-Трум.